Всем добрейшего времени суток. Мы сейчас находимся, посмотрите, на мини-площадке, на маленькой площадочке. К сожалению, ворот у нас нету, но мы сегодня, да, разбираем тот момент, который у нас был в предыдущем видео. Это у нас будет вторая часть, да, это финта, которую мы изучили с вами, когда вот движение вот оно идет. Раз, два, три. Ножками мы уже сами, да, отработали все. Сейчас мы будем подключать руки. Признаюсь честно, потому что не обращал, ну, не то, что не обращал внимания, наверное, не записал про верхний плечевой пояс, потому что либо торопился, либо еще что-то сделал. Но обязательно в этом моменте, в игровом, да, который используется в обманный маневр, работа руками верхнего плечевого пояса, она очень важна. Сейчас я вам покажу, почему. Посмотрите, как выглядит настоящий маневр, когда мы делаем, мы едем у борта, разворачиваемся и выходим обратно. Когда я двигаюсь, клюшку убрал. Еще раз. Смотрим. Попробуем сейчас медленно это все сделать. Посмотрите, когда игрок уходит на кораблик в сторону борта, такое ощущение, что он будет сейчас у борта делать разворот. Мы руки не оставляем там. Мы не делаем это движение чисто ногами, да, а потом. Такое есть, но желательно при этом маневре, чтобы у нас руки, верхний плечевой пояс работал таким образом. Мы поворачиваем, убираем шайбу сюда и тут же делаем обратно. Обязательно, чтобы игрок, который будет у вас сзади, вам поверил, вам нужно сделать этот нехитрый маневр. Еще раз. Убрали. Спросите, зачем это делать? Да как зачем? Не зачем. В смысле зачем? Чтобы обмануть игрока. Если у вас будут работать только ноги, вот если, допустим, первый вариант, да, смотрите, двигаемся мы. Раз. Клюшка у нас остается здесь, это не айс. Потому что игрок смотрит на шайбу, обязательно будет, он следит за вашими руками. И он просто скажет, ну ничего, ногами сделал, фин, молодец, все похлопает. А дальше подъедет, клюшку подобьет и отберет шайбу. А здесь мы прячем шайбочку. Такое ощущение, что мы уходим на разворот. Мы делаем ее раз, опа, и выводим снова сюда. Вот и все. Еще раз. Давайте медленно покажу. На кораблике стоим. Если мы едем в эту сторону, вот она у нас. Убираем руки. Раз. И обратно. Вот так вот. Работает у нас верхний плечевой пояс. В этом вот прикольном, на мой взгляд, обыгрыше, обманном маневре, который мы с вами до конца наконец-таки разобрали. На этом моменте мы с вами останавливаем наше видео. Ну а дальше мы с вами встретимся в новых видеоуроках. Всем спасибо большое за внимание. Всем пока. Aho, quick touch pass, Natchez with a shot, and Fleury let it get past him. It's into the goal,